Первые гости приедут в Читу за 4 дня до начала фестиваля. Это будут члены орг-группы. Основной заезд состоится 9 сентября. Еще днем раньше в Читу прилетит председатель жюри фестиваля Кшиштоф Занусси. Определены места размещения гостей, составлена примерная программа мероприятий. В нее входит посещение храма, высадка аллеи звезд, общение с воспитанниками детских домов и даже выезд на Алханай. И это далеко не полный список. Во второй фестивальный день актеры уже по традиции посетят село Улеты, родину главного организатора фестиваля Виктора Шкулева. Событие такое неординарное в плане, некоторые уже артисты просто пиарятся ежедневно, неохота их смотреть по телевизору, ей-богу. А некоторых приятно пообщаться, особенно те звезды, кинозвезды, которых и сегодня вот эти фильмы хочется смотреть и смотреть. Ну, мы рады видеть этих гостей все в районе. Продажа билетов на кинопоказы начнется уже в ближайшие дни. Цена более чем приемлемая – 50 рублей. Для пенсионеров вход будет бесплатным. Ожидаемое количество зрителей – более 46 тысяч человек. Программа, которая касается демонстрации кинофильмов, встреч актеров, она практически готова на сегодняшний день. 73 гостя заявлено. Начинаем мы уже активную рекламную кампанию по продаже билетов. Сегодня впервые стали известны названия конкурсных фильмов. Это ленты «Сын Вавилона», «Примечание», «Знаки смерти» и многие другие. Первый показ состоится сразу после открытия в Забайкальской краевой филармонии с картины «Мой лучший враг». Светлана Лисичникова, Евгений Погорелый. Время новостей.